Я-то голоден, и у меня опять урчит в животике. Не волнуйся, мой маленький друг, мы сейчас это быстренько исправим. Возьмем наши специи, имбирь, соль, сода и корица. 2 яйца. Парочку честно покраденных груш. Немножко орехов, масло, мука и сахар. Все это замешаем вместе. Шмяк-шмяк. Добавляем сахар. Времечко для нашей груши. Тесто кажется сухим, это потому, что груши потом дадут сок, и уже тесто будет нормальной консистенции. Тут очень много груш. Выкладываем все это в смазанную форму и ставим в духовку. Кедавра! Кедавра!